Приветствую вас на канале Китай Мазай. Если вы давно хотели себе шустренький смартфон, но размер кармана не позволял это сделать, то сегодня именно твой день. В честь Черной Пятницы на площадке AliExpress можно делать покупки с сумасшедшей скидкой до 90%, а также можно получить кэшбэк до 18%. Ссылки на все сервисы будут в описании под видео. Герой сегодняшнего обзора – Blackview R6. Начнем с того, что Blackview R6 – один из крайне немногих аппаратов, которые можно купить за $117 и который обладает экраном в 5,5 дюймов с разрешением Full HD, защищенный стеклом Gorilla Glass 3-го поколения с эффектом 2.5D, а это уже не шутки, товарищи. Объем оперативной памяти у новинки для своего класса весьма солиден – целых 3 ГБ. Встроенный накопитель 32 ГБ, из которых для хранения данных пользователя доступно около 23 ГБ. При необходимости пользователь может установить карту microSD до 128 ГБ. С подключением к сетям 4G LTE у Blackview R6 тоже все в порядке. Аппарат поддерживает установку двух сим-карт и работает с LTE R9 Cat 4. Также можно отметить наличие Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM-радио и навигации, GPS, GLONASS и BLADO. Съемкой фото и видео в новинке заведует 13-мегапиксельный модуль с двойной светодиодной вспышкой. За селфи и видеозвонки фронтальная камера 5-мегапиксельная. Между прочим, заявленная апертура объектива основной камеры Blackview R6 составляет f1.2, что встречается очень редко даже у профессиональной оптики для зеркалок. Сканер отпечатков пальцев, ставший на наше время фактически неотъемлемой частью любого нового смартфона у R6, тоже присутствует. Также поддерживается запуск приложений жестами. Blackview R6 обладает несъемным аккумулятором емкостью 3000 мА. Поддерживается быстрая зарядка по технологии MediaTek Pump Express 2.0. Для зарядки и подключения к ПК используется разъем microUSB. Работает смартфон под управлением Android 6.0 Marshmallow, а в перспективе ожидается и обновление до Android 7.0 Nougat. В плане дизайна новый Blackview R6 выглядит практически безупречно, с учетом своей более чем доступной цены. На рынке пока даже в Китае мало смартфонов, которые выглядели бы настолько привлекательно и при этом стоили настолько дешево. Объектив основной камеры, правда, немного выступает над тыльной поверхностью гаджета, однако с учетом просто великолепной светосилы оптики этот момент можно легко простить. Вставки для антенн, вмонтированные в Blackview R6, настолько изящны, что владелец смартфона даже не вспомнит об их существовании. Аппаратная составляющая следующая. Чипсет MediaTek MT6737T, 4-ядерный ARM Cortex-A53 на 1,5 ГГц, видеоускоритель Mali T720 MP2. На мой взгляд, новинка Blackview более чем стоит этих денег, так что откладывать покупку не стоит. Даже с учетом обычной долгой доставки вы получите его до Нового года. Покупайте разумно и хороших вам покупок. Всего доброго!